Добрый день! Скоро лето, а значит, пора задуматься, как сделать так, чтобы в помещении можно было чувствовать себя комфортно, даже когда температура за окном достигает 25, 30 и 35 градусов. При этом переплачивать нам вряд ли захочется. Но летом, как никогда, становятся актуальны кондиционеры воздуха. И если вы хотите получить качественный, функциональный прибор от производителя с мировым именем, прибор, который обладает всеми достоинствами более дорогостоящих аналогов, а также признан профессионалами климатического рынка, то советуем вам обратить внимание на сплит-системы Hyundai Ultra, которые по праву удостоены престижной национальной премии «Продукт года». Классическая форма, плавные линии корпуса, белоснежный пластик – все это делает сплит-систему Ultra визитной карточкой любого интерьера. Серия представлена моделями с мощностью 7, 9, 12, 18 и 24 тысячи БТУ, что достаточно для охлаждения помещений от 20 до 70 квадратных метров. Еще один приятный сюрприз. Самые распространенные модели имеют реальную мощность на 4-12% выше заявленной. Так, для модели мощностью 7000 БТУ реальная мощность составит 8126 БТУ. Несмотря на то, что серия Ultra – это сплит-системы начального уровня, функционал, которым они обладают, просто поражает. Сплит-система может работать в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Для сверхбыстрого охлаждения предусмотрен режим Maxi, активируемый одним нажатием кнопки. И уже через несколько минут воздух в помещении охладится или наоборот согреется до желаемой температуры. В кондиционерах Ultra также предусмотрена трехступенчатая система очистки воздуха, которая включает в себя фильтр предварительной очистки, Silveron фильтр и встроенный ионизатор. Часто, когда кондиционер устанавливают в спальне, подсветка дисплея мешает комфортному отдыху. Теперь эта проблема полностью решена. Пользователь может отключить подсветку с пульта дистанционного управления. А сам дисплей поражает размерами 4 огромных ультрамодных индикатора, которые светятся сквозь пластик и невидимы в выключенном состоянии. Еще две функции, которые обязательно будут полезны пользователям, это, во-первых, возможность стопроцентного управления воздушным потоком. С помощью пульта дистанционного управления пользователь может задать режим автоматического изменения положения не только горизонтальных, но и вертикальных железей. Также направление воздушного потока можно зафиксировать для исключения холодных или теплых зон. И во-вторых, автоматическое удаление пыли и грязи с теплообменника для сохранения производительности, предотвращение образования плесени, продувка, прогрев и просушка сырого испарителя в три этапа одним нажатием кнопки «Клир». Компании Hyundai удается воплощать свои идеалы даже в самой доступной линейке настенных кондиционеров. Покупая климатическую технику Hyundai, вы приобретаете надежных помощников для поддержания комфортной атмосферы в вашем доме на долгие годы.